постарели, послевоенные ребята посидели. Уходит вдаль великая эпоха, на смену ей приходит интернет. Ребята эти верили отчизне, ребята эти строили страну, ребята эти ради светлой жизни преодолели страшную войну. Но нету уж ни Зои и ни Саши. Никто не закрывает грудью зод, и попраны все идеалы наши, и тех ребят никто уж не вернет. Сейчас, увы, другие времена, теперь уже другие идеалы. Растащена огромная страна, огрызок лишь остался от державы. А люди ищут, где бы прокормиться. Кому-то повезло, кому-то нет. Печать забот лежит на светлых лицах. Зато есть всемогущий интернет. Но верю я, Россия возродится, засветит путеводная звезда. Россия, как прекраснейшая птица, полет свой не прервет уж никогда. Ребята те, что землю защищали, вздохнут свободно светлым ясным днем. Они свою страну не предавали, отстояли под сплошным огнем. И новые герои народятся. Пусть сильным, смелым будет наш народ. А коль придется за Россию драться, матросов новый бросится над зоб.